Как сделать суши-сэндвич в домашних условиях? На целый лист нори разложить рис 140 грамм, намазать Филадельфию по всей площади. Затем выложить икру для тучи рыбы, лосось, огурец и авокадо. Сложить напополам, прижать, смочить нори и еще раз прижать. Все это дело обвалять в муке, в кляре и в сухарях панко. Жарить по фритюре до хрустящей корочки. Выложить на красивую тарелочку, порезать на 4 части, полить унаги соусом и съесть, пока никто не видит. Полное описание в инсте.